нельзя. Выйти. Экран, давай. Митя, Соня, нельзя. Давай, давай, сейчас драки будем. Спокойно. У кого-то еще есть какие-то претензии? Вы еще готовы превысить? Давайте! Ты же начинал, а порядок? Мы не начинали, а кто первый спросил? Не вы, за что только за то, что ли? Вы что на самом деле? Николай, мы работаем. Опять! Не давали нормально работать. Успокойтесь. Взрослые люди. Я требую сейчас прекратить заседание и разобраться с этим проблемой. Понимаете, с нами разобраться. У нас нет проблем. У вас нет проблем, а вы устроите? Я не болезнь, я устраиваю. Да ты вообще помолчи, нацепил тут. Наших бьют. Каких наших? Хорош бухать, а! Ты не протрезвел, алкоголь до беды тебя довезет. Наших у него бьют. Продолжай. Успокойся. Я от Ники Франции требую прекратить заседание, и пока не будет принято решение о том, что сейчас произошло, кто спровоцировал этот конфликт, на каком основании это было сделано. Требую прекратить заседание, потому что дальше неработоспособная ситуация. Сегодняшний заседание будет дана оценка каждому факту, произошедшему на заседании. Если коллеги не возражают, давайте закончим этот вопрос. Не возражают. Уважаемые коллеги, просил бы вас еще раз по поводу материала. Заканчиваем перерыв, договорились, каким образом будет регламент, мандат комиссии работать, а мы продолжаем работу.